Производители косметики выпускают множество разнообразных помад. Матовые, гелевые, питательные, увлажняющие и многие другие. Но зная особенности кожи своих губ, можно выяснить, какой вид помады подходит именно вам. Девушкам с чувствительной кожей губ не стоит выходить на улицу вообще без губной помады. Весной или летом нужно использовать увлажняющую помаду, зимой – питательную. Защитить губы от обветривания помогут помады, в состав которой входят витамины А или Е. Если кожа губ сухая, лучше отдавать предпочтение увлажняющим или питательным помадам. Потому что главный недостаток матовой помады – это способность ее пересушивать губы. Увлажняющие и питательные губные помады, наоборот, предотвращают шелушение, сухость губ. Однако за состоянием губной помады необходимо следить. Изменение цвета и консистенции – признак того, что она утратила свои свойства. Также нужно смотреть на губы. Если какие-то воспалительные элементы на губах, то стоит сначала их прилечить, потом использовать губную помаду. Для ухода за кожей губ есть специальные гигиенические помады. В них содержатся увлажняющие компоненты, масла, витамины, а также ультрафиолетовые фильтры, которые защищают кожу от воздействия солнечных лучей в любое время года.